Европа пытается как раз-таки найти, справиться с теми вызовами, которые ставят перед регионом наплыв сирийских беженцев. И, например, в Евросоюзе серьезно подумают о том, чтобы сделать единую пограничную систему. И проект по созданию такой системы Еврокомиссия обещает представить до конца года. Дело в том, что сейчас каждую внешние границы Евросоюза охраняют национальные пограничные силы, а так могут создать мультинациональные пограничные силы, а на всех границах будут работать группы быстрого реагирования. Дело в том, что как раз таки потоки сирийских беженцев являются серьезным вызовом для всех стран Шенгенской зоны и Еврозоны. И, конечно, вот эти новые вызовы требуют новых решений. От того, найдет их Европа или не найдет, зависит во многом и будущее Евросоюза. Если представляете мультинациональные силы, там, скузи, сеньоры, я тебе кто? I'm sorry, gentlemen, what are you doing? Мужики, что делаем? Что такое? Привесело будет.